Всем привет, с Magic Play, и мы продолжаем играть в Tomb Raider. Мы остановились на том моменте, то, что наша Лара подала, короче, сигнал бедствия. У нее это получилось, я очень за нее рад. Потому что, блин, ну серьезно, кто бы хотел оказаться на этом острове непонятном, где какие-то непонятные люди хотят убить и прочее, короче. Давайте приступим продолжать, короче, играть. Нужно спуститься вниз и пойти... Куда глаза глядят, короче? Нет, куда нам скажут. Так, нам куда нужно идти? Получается, туда, короче, говорят. Что-то почему-то не показывается. Ну и да ладно. Кстати, нужно делать еще так, чтобы мы смотрели, что мы можем брать. Топливные баки. Топливные баки. Ну, я лично патроны взяла. Я хочу посмотреть что-нибудь здесь. Здесь что-нибудь должно по-любому быть. Такое интересное, то, что нам понадобится. Патроны. Ну, хоть что-то. Вау. Что она делает? Огнево. Получено новое снаряжение. Отлично, кстати. Это мне и нужно. Видите, не зря я сюда пришел. Нам дали огнево. Это хорошо. Так. Теперь, получается, нужно идти только туда. Ясно. Так, давай, Лара, работай, работай. И что мы сейчас сделаем? Ну, вода работает. И... А, поджечь. Так. Ну, давай, поджигай. Ой, нужно отойти, я так понимаю. Пипец, какой взрыв был. И Ларе пофиг, знаете, так спокойно отошло. Только не кричите, что его сейчас самолет упадет. На японском никто не уйдет. Офигеть. Только не кричите, что нам, наверное, будет сейчас убегать от него. О-о-о-о-о-о-о. Пипец. О, да, шикарно. Нет, 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 нет. Опачки. А, у тебя нужно управлять Ларой, чтобы она не врезалась никуда. Окей, давайте будем управлять. Господи, Лара, Лара. Нет, 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 сюда. Сюда, сюда, сюда. О, нет. Давай, цепляйся. Так. Лара, убегаем. О боже. Вот и прилетела помощь, называется. Не одно, так другое, знаете, люди. Пипец просто. Ой, как мне ее жалко. Как мне ее жалко. Новая модель, главное меню. Разное. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, давай, побежали к нему. Так. О-о-о-о, как он улетел, пипец. Ой, нечаянно нажал Q. Тут понятно, что, то, что нам нужно сюда. Потом сюда. А почему такая камера? А, потому что все ломается. Ясно, понятно. Давай, Лара. Беги, беги, беги. Аккуратно. Давай, цепляйся, иди, иди сюда, обходим, хотел сказать тебе. Бегаем. Нет, 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 сюда. Пипец, знаете, как неудобно, честно говорю вам, очень неудобное управление, потому что камера двигается. Опа, загрузка. Интересно, что нам сейчас покажут, потому что загрузка. Отстань. Нет. Лара, прием. Так, давай, давай, иди, иди за мной. Так. Давай, вот так. Тварь, блин, он убил его. И этот убил, ну, не этот убил, а тот убил.
Пипец вообще. Шикарно. Давайте посмотрим, что-нибудь может быть здесь есть. О, кстати, есть. Видите, теперь у нас есть огневое, теперь можем зажигать наш факел и не париться по этому поводу, чтобы найти какие-нибудь там... Короче, где-нибудь найти огонь, чтобы поджечь факел и чтобы поджечь вот эту, короче, хрень. Так, я так понимаю, нам нужно идти сюда. Побежали. Так. Куда? А, туда. Окей. О, кстати, смотрите, еще один лагерь. Давайте сядем, посмотрим навыки. Ничего не понимаю. Над головой абсолютно чистое ясное небо, и вдруг налетает буря и сбивает самолет. Это невозможно. Ты знаешь, что такое невозможно, Лара? Но этому должно быть объяснение. Всему всегда есть свое объяснение. Кстати, да, было интересно, что она говорила, так что я замолчал по этому поводу. Так, что мы будем прокачивать? Мастер выживания. Что у нас тут интересное есть? Сбор костей. Насколько предусмотрительны свежие туши животных, что получаете при этом части для оружия. Кстати, можно... Возврат стрел. Это у нас уже освоено, по-моему, да? Нет, не освоено. Поиск запчастей. Вы тщательно осматриваете ящики в поисках запчастей. Ага. Так, тут у нас что есть... А, у нас тут... Тут у нас все прокачано. Здесь у нас не прокачано. Это вы правильно распределяете нагрузку и можете носить больше боеприпасов. Нет, я, наверное, знаете, что хочу? Вот это хочу освоить все-таки. Так что, да. Запчасти нам пока... Что тут можно апгрейдить? Лук у нас максимум. Так, винтовка. А, что-то у нас тут. Увеличен магазин и вмещаемость... На 15 патронов больше. Это что? Два магазина. Скреплен скотчем. Увеличение скорости перезарядки. Шлифовка экстракта... Что? Экстрактора. Повышает скорострельность оружия. А, так, давайте посмотрим, что у нас кирка. Ничего, в принципе... А, пистолет. Что у нас тут есть? Глушитель есть. Сильность. Крючок. Магазин увеличенный. Потом что-то у нас. Отдача уменьшается, а вместе с этим повышается точность и урон. Нет, я не хочу. Давайте все-таки возьмем здесь. Нет, давайте 300 накопим и двойной магазин сделаем. Это намного лучше. Осталось немного накопить. Лара, что случилось? Просто ниоткуда. Тучи просто окружили самолет. Лара, послушай, я видел катастрофу. Значит, ты где-то рядом. Возвращайся ко мне. Да. Уже иду. Мы же правильно идем? Да, мы правильно идем, так что все хорошо. Вот не люблю, когда камера меняется и неудобно. Но ведь... Опачки. Так. Ха-ха, в голову. Так, в голову. Отлично. Все. Кто стреляет? О, веревка, получена новое снаряжение. Наконец-таки можем выстрелить веревкой и... Короче, типа веревку вставлять. Ну! А, все. Так, давай. Отлично! Да-да! Отлично, отлично, отлично. Нет! О, как красиво я попал! Так, прячься. Давай, тяни, получится? Нет. Отлично, в голову. Отлично. Ой, как красиво, мне так понравилось прям. Что у нас тут есть? Это твой путь наверх. Это твой путь наверх, я понимаю. Так, мы тут всех осмотрели трупы? Не все. Так, я понимаю, нам нужно... Ой, не то. Отличненько. Цепляйся. Молодец, Лара. Прыгай.
Отлично. Осматриваем трупы здесь. Ага. Нам нужно, получается, вот сюда. Давай. О, какая красота. Нет, 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 не так, как я хотел. Ладно. Попробуем еще раз. Давай, тяни. Цепляйся. Умница, умница. Прыгаем сюда. Так, мне этим мешали. А, нужно вот сюда запрыгнуть. Ясно, понятно. Теперь берем, отбегаем. Вот, вот теперь мы запрыгнули. Отлично. Так, у нас тут есть запчасти. Стрелы. А, давайте, мы взяли стрелы. И давайте пойдем. Кстати, куда нам нужно идти? Я вот не пойму. А, туда получается, да? А, надо сюда, оказывается. Я пошел не туда, короче говоря. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть стрелы. Ну, у нас... Хорошее место, чтобы зацепиться. Угу. Ну, я это знаю. Знаю еще по новой Ларе. Так, и цепляем. Отлично, давайте, поползли. Блин, мне было бы страшно, честно. Над водой. Ползти. Так, прыгай. Все, отлично. А, нам нужно вот сюда наверх. Я так понимаю, да? Так как туда забраться? Как-то же можно. Я же знаю, что как-то же можно. Или через... Так. А, может быть, по-другому? Может, по-другому как-то? Нет. Надо было оттуда, получается, да? Ну ладно, я, наверное, туда уже не заберусь. Побежали, короче, сюда. Так, у нас тут есть такое вот местечко, где лежат стрелы. Ну, у нас стрелы есть. Да, у нас максимум стрел. Давай, выдирай эту дверь. Выдергивай. Молодец. Побежали внутрь. Что у нас тут внутри? Я даже не знаю. О! Видите, и факел зажгла. Молодец. Теперь не нужно нам искать тут места, чтобы зажечь факел. Аккуратно. Ой, прибежали. Как я рада, что ты на ногах. Я тоже, девочка. Не понимаю, все было в порядке, и вдруг налетела буря. Просто ниоткуда. Ты ни в чем не виновата. Это я их вызвала, Рот. Эй, мы найдем другой способ. Эй, Мэйдэй, Мэйдэй, говорит второй пилот. Еще один пилот. 177. А, Джессоп. Прием, прием, вы меня слышите? Я сильно пострадал при приземлении, мне срочно нужна помощь. Капитан Джессоп, вы меня слышите? Я подал дымовой сигнал, ответьте. Черт, он меня не слышит. Нужно идти к нему. Нет. Вон его сигнал. У нас своих забот хватает. Мы должны собраться, когда найдется Сэмми. Я не могу бросить его одного, я должна идти к нему. Иногда нужно чем-то пожертвовать, Лара. Ты не можешь спасти всех. Я прекрасно знаю, что такое жертва. Нет. Что такое потеря? Ты знаешь, жертва — это твой выбор. Потеря — это выбор за тебя. Я не могу выбрать для него смерть, Конрад. Вот такая у нас Лара, которая хочет спасти весь мир. И давайте отправимся... Кстати, смотрите, Рот пропал. Нормально, как всегда, в принципе. Ну вот, и мы должны отправиться, получается. Так, о, отлично. Давайте сделаем вот так вот. Пабах. Цепляй. И, ну. Давайте, ну. А, просто спрыгнуть, что ли, можно? Ну, все, отлично. Здесь вроде чисто. Тихо. Ты прав, но у нас приказ. Тихо. Я спущусь вниз к остальным. А ты следи за развалинами. Отлично. Мне нужна помощь! Ну, в голову. Отлично, все. Мы это сделали. О, детали. 300. О, можно модифицировать лук? Да вы что? Говорите. Кто-нибудь на связи? Рот. Я здесь, Рейс. А это применяли в японском траволечении, канпо.
Похоже, пузырек не открывали уже много лет. Мы вместе сделали так. Ну, тут похоже на камни какие-то. Ну, прикольненько. Прикольненько. Ничего это, конечно, не дало, но круто. Мы шли по чьим-то следам и добрались до города. Рот, это странное место. Чем они здесь занимаются? Не знаю, да и знать не хочу. Вы нашли Сэмми и Утмана? Пока нет. Лара с тобой? Да. Скоро мы начнем спускаться с горы, чтобы встретиться с вами. Ладно, мы попробуем подойти ближе. Будь на связи. Будь на связи. Лара, так, все, погнали, цепляйся. Фу, господи, я думал, что она не зацепится. Слава богу, зацепилась. Отлично, мы почти пришли. Надеюсь, он будет жив. Сигнал. Так, нам нужно сюда. Ой, не так, простите. Не то нажал. Так, давай, цепляйся. Погнали, наверх. Нам нужно добраться до туда. Сука, препятствий еще пипец предстоит нам, так сказать. Ну, это же Лара Крофт, Том Райдер. Без этого никуда. Так. Е. Цепляйся, цепляйся. Пора возвращаться. Оп, 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 оп. Отлично, отлично. Е-е-е-е. Так, погнали дальше, дальше, дальше. Отличненько, люблю такие вот моменты. Ха-ха-ха. Лара крыса. Небольшая. Небольшая. Большая. Которая подходит со спины и убивает. Душит. Погнали еще выше. Все, можно прыгать, да, я так понимаю? Да, отлично. Что-то как-то я говорю очень много отлично. Что это, кстати, у нас здесь? Давайте посмотрим. Нам, кстати, не нужно зажигать факел от этой штуки, потому что мы и так зажигаем факел сами. Как я знаю, здесь гробниц нет. Ну что здесь такое, я даже не знаю. Может, что-то интересное? Давайте посмотрим. О, детали, отлично. И все, детали? Нет, не только. Что-то тут еще есть. Неужели это, типа, небольшая гробница? Хотя, по-моему, их не было в первой части. Или были. Ой, я не знаю, честно. Я первый раз в нее играю. О, это гробница! Есть гробницы! А я думал, их нет здесь. Круто. Давайте пройдем, почему бы и нет. Так. Рекурсивный лук. Модификация оружия. Самодельный лук. Рекурсивный лук. Отлично. Продолжить. Так. Лук, 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 лук. Вау. Какой у нас, посмотрите, красивый лук теперь. Это на что? Релиз плюс. Самодельный релиз из брелка для ключей увеличивает скорострельность. Давайте. Отлично, отлично. Кстати, для винтовки нам хватит. У нас что, деталей мало теперь? А, да, мы улучшили лук. Деталей у нас мало теперь. Ой, какой красивый лук, посмотрите. Так, Лара. Когда-то это было частью Яматай. Яматай, да. Надеюсь... Я не знаю, я правильно это делаю или нет. Надеюсь, правильно я делаю. Так. Нет, что-то не, как-то не так. Я даже не знаю. Ага, тут что нужно сделать? Надо что-то сделать. Тоже, да, открыть по нему, я так понимаю. Отлично, и теперь нужно открыть. Ой, поднять эту штуку. Давай, поднимай. Ну. Так, давай. Лара. Нет, не так я сделал, не так я все сделал. Давай. Быстрее, 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 быстрее.
Потом мы делаем, я так понимаю, вот это. Какой же тут шум, я даже себя не слышу, офигеть. Так, давай. И... Так, теперь нужно ждать, пока откроется эта штука. Я так понимаю, да? Давай, 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 давай. Надеюсь, сработает. Ну же. Отлично, давай. Нет? Не то. М-м. Блин, я опустил. Так, все. Я понял, как это надо сделать. Окей. Тогда давайте вот это закрываем. Ждем, пока откроется. Инстинкт выживания. Нет, я понял, как тут все работает. Так, одна открылась. Все, сейчас сработает, должно сработать. Открывайся. Да, сработало, отлично. Отлично, отлично. Так, давай, ползи. Что? Ну, ползи. А, тут просто как клавишами над другими было управлять. Перепрыгивай. Прыгай, Лара. Молодец. Красиво. Может, это была часть большого комплекса? Ну да, кстати, тут очень так красиво, посмотрите. Открывай. Что здесь у нас? Ох, нифига себе. Ух ты. Пройдено. Мы прошли гробницу. Не знал, честно, не знал, что здесь есть гробницы. Это круто. Найдена карта. Так, нам нужно теперь вот сюда. И обратно, погнали. Навыки у нас появились. Давайте посмотрим, что у нас за навыки здесь появились. Здесь все закрыто, окей. Здесь. Давайте уже освоим вот это вот. Сможем боеприпасов больше носить с собой. Как бы... Необходимо, это тоже нам. И погнали назад. Ну, здесь очень, да, шумно. Мне даже аж уши заложило. Ну, зато красиво. Опять сейчас будет идти медленно, аккуратненько. Почему же она так медленно ходит здесь? Давай, спускайся вниз. С факелом перекрутиться вообще гениально, знаете? Карта обновлена. Нажмите Tab, чтобы изучить особые места на карте. Ну, можно, кстати, посмотреть, что там у нас особого на карте. Так. Карта. Это на что? Гробница. А, у нас еще, кстати, гробница есть, оказывается. Можем, кстати, ее пройти. Но потом, чуть позже. Так, погнали дальше тогда. Думаю, уже дойдем до конца здесь. Я ж правильно? А, нет, подождите, давайте сделаем сначала так. Давай, цепляй. Отлично. Давай, бери вот эту штуку. Погнали, потом выше заберемся. Что здесь у нас есть? Ну, поджигай давай. Иллюминация. Получен опыт в ходе испытания. Окей, 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 окей. Да почему мне всегда этот меняется? А, пошел факел. Так, молодец, 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 молодец. Нам нужно сюда выше забраться. Если у нас ничего интересного нет, нажмите Е. О, записка. Пришло время покинуть этот проклятый остров. Довольно с меня, Яматая. Трудно объяснить словами природу власти императрицы Солнца, но она явно не от нашего мира. Так, почитайте, если вам интересно. Так,
что нам нужно, куда нам нужно. Можно, кстати, туда забраться. Забраться туда. Так. Нам нужно туда. Тогда, в принципе, нам... Надо туда добраться. Я понимаю, что надо тебе туда забраться, но я думаю, туда уже не полезем. Так что проще уже сюда сразу идти, и все. О, боже! Лара. Аккуратно. Давай, ползи. Черт. Так. О, господи. Ну, слава богу, что там... Нам сразу показали то, что там есть камень, за который можем зацепиться. И это хорошо. То, что я сразу сообразил, то, что нужно будет нажать Е. Где он? Очень хороший вопрос, где он? Тут фаервол. Или как он там называется? Синего цвета. Надеюсь, тут где-нибудь лагерь будет, потому что, я думаю, мы завершим на этом серию. Потому что, я думаю, уже долго я записываю. А то потом буду грузить целые сутки эту серию в интернет. Эй, Лара, Рот рассказал про самолет. Не волнуйся, найдем другой способ выбраться отсюда, правда? Надеюсь. Что там с Эмми? Ее следы ведут в древний японский дворец. Мне это не нравится. Не волнуйся, может, она просто зашла туда посмотреть. Ты ужасный лжец, Алекс. Тебе нужно что-то с этим делать. Удачи. Нормально, зашла просто посмотреть. Кстати, посмотрите на кроликов. Пам. Пам. Обидно. Ну ладно, нам нужно это для опыта. Что, подъёте, они такие классные были. Нам нужно опыт зарабатывать, чтобы прокачивать навыки. Так что вы уж простите. Так, что у нас тут? Эй, крысы. Нет. Не убежишь от меня, не убежишь. Ладно, убежала. Так, у нас навыков тут ничего нет, так что я думаю, мы закончим в этом лагере. Думаю, вам эта серия понравилась. Если так, то ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. И с вами был Джекоплей. Всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч и всем пока. Увидимся в следующей серии Tomb Raider.